Всем привет, всем здравствуйте. Как вы сегодня видите, я сегодня в командировке. Погода, правда, нелетная. Но, как говорится, у природы нет плохой погоды. Надо, значит, надо. Я, конечно, хотела бы поснимать для вас больше, но, блин, погода, дождь льет вот просто как из ведра и не прекращается. Если прекратится, я, конечно, вам поснимаю. Ну, пока будем сегодня довольствоваться тем, что есть. Так что поехали. Очень красиво. Хочется для вас снять, но идет дождь. Блин, ну это вот просто холмы. Так хотела сегодня поснимать для вас всю красоту, но командировка назначена на сегодня, отменить ее нельзя, как бы, и приходится довольствоваться тем, что есть. Снег, что ли? Да, снег идет, конечно. Нет. Красота. Очень красиво смотрится. Ой, выпадаем. Вы упали, подписчики, вы чуть-чуть не упали. Мост через реку Кубань. Кубань. Блин, конечно, могла бы я. Камера все равно не передает всей красоты. А если бы светило солнышко, да? Ну, ой-ой-ой-ой. Смотрите, тут уже деревья цветут. В цвете. Красота. Так, товарищи. Так смешно. В общем, пока я работу работала, в здание зашла. Выхожу из здания, идет снег. Причем камера не передает того полотна, той плотности снега, который идет. Он просто идет стеной. Сегодня на минуточку 3 марта 22 год, Краснодарский край. Станицу называть не буду, но ближе к Азовскому морю. Темрюкский район. Снег. Короче, я зашла в дождь, вышла в снег. Обалдеть. Просто обалдеть. Ой, блин. Короче, теперь мы будем ехать домой. Ехать нам что-то около 150 километров. И нам еще в одно место надо заезжать. Усилится ли снег или нет, я не знаю. Опять зима на Кубань пришла. Приехала. Совсем другой видок, конечно, после работы. Я сегодня там и намокала 10 раз, и что только это. Я приехала в 3 часа дня вообще. Я уже поработала, уже домой. В общем, некогда вообще. Сегодня такой день был. Вот так вот, на одной ноге. Ехали назад. Дождя, ой, вот снега уже не было. Начался дождь ближе к дому. Поэтому, ну, в общем, здесь, говорят, снега не было совсем. Так что день вот такой у меня сегодня. Я не знаю, ребята, сегодня такое коротенькое видео. Съездила в командировку. Что вам еще показать, я даже не знаю. Так что не теряйте меня, все хорошо. Все, я вот жива-здорова, чего и вам желаю. За ситуацией в Украине я не слежу, как и обещала. Единственное, там где-то краем уха слышу, там сотрудники разговаривают, и все, больше ничего. Поэтому знать я ничего не знаю, обсуждать мы это не будем. В общем, как-то так. В общем, такое коротенькое видео сегодня будет. Все, всем пока, ребята. Прям, не знаю, какой-то вот на одной ноге такие, то ли весна, то ли пришла. Суета, суета, свет. Поэтому снимать, честно, как бы нечего. Ну, видите, я жива-здоровья. Все, здоровья. Здорово. Все, пока-пока, ребята. Пока, до встречи.